конкурирует. А авторитетов в той части спектра, от которой Путин отказался, вышибают сами уважаемые демократы. И делают это с не меньшим энтузиазмом и с такой же жесткостью, с которой это делает Владимир Владимирович Путин. Вы о ком сейчас? Да я обо всех, включая Навального. Включая Навального. Я считаю, что вот есть Навальный, его можно и нужно критиковать, но не нужно его дезинтегрировать. Вот, потому что общество должно, нам не нужен, я лично считаю, это моя позиция, нам не нужен Навальный вождь. Нам нужен Навальный, один из авторитетных людей, которые могут быть в том органе власти, который когда-то придет на место Путина. Будет ли это парламент, будет ли это конституционное совещание или это что-то. Но там должны быть авторитетные люди. Да, там, где Навальный хочет быть вождем, это должно подвергаться критике. Но не надо эту критику превращать в уничтожение того человека, который, ну, в общем, может быть достаточно авторитетным. Вас не смущает национализм Навального? Ну, во-первых, я не считаю, что у меня отдельная позиция по национализму, я могу об этом... Я вообще считаю, что мы ошибочно применяем этот термин, и не надо на самом деле подменять национал-шовинизм термином национализм. Я считаю, что этап создания национального государства нам не пройти мимо, да, и пытаться перепрыгнуть из феодализма в социализм ничуть не менее идиотская задача, ничуть не более идиотская задача, как задача перепрыгнуть из империи в мультикультуризм, минуя этап национального государства. А вот будет ли это национальное государство русским или российским, это серьезная тема, серьезная тема, но она тема для очень серьезной не только дискуссии, но и попытки консенсуса с теми национальными меньшинствами, которые